отцы-основатели Соединенных Государств Америки, принимая первую поправку в Конституцию, гарантирующую свободу слова, обосновали ее правом каждого гражданина получать все сведения, необходимые ему для принятия обоснованных решений. Это значит, что свобода слова не имеет ничего общего со свободой лжи. И если руководители какого-нибудь издания, придя к выводу, что его сотрудники заврались в конец, меняют сотрудников, это не удар по свободе слова. Если рекламодатели какого-то издания считают, что ложь в этом издании вызывает сомнения и в их рекламе, и перестают подпитывать это издание своими деньгами, это тоже не удар по свободе слова. Наоборот, все это действие именно в поддержку свободы слова. Поскольку если не ограничивать ложь, то даже самому свободному слову очень скоро перестанут верить.